декабре 2024-го на телеканале СТС состоялась премьера сериала «Граница миров». Это картина от режиссера Оскара Бесембина. Главные роли, в которой исполнили Денис Нарулин, Даня Киселев, Илья Любимов, Николай Добрынин, Анна Снеткина, Ангелина Поплавская, Александр Яцко, Маргарита Дьяченкова и другие. По сюжету братья Шиловы после встречи с вампиром открывают себе суперсилы. Серега и Леха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти, которая периодически заглядывает в гости. За оборотнем, ведьмами, русалками и другими туристами из темного мира присматривают сотрудники секретной организации «Границы миров» под руководством Павла Никитича, муз команды Людмила Николаевна, ее дочь Света, эффектная вампирша Илона. Шилова становится частью необычного коллектива, вместе с которым им предстоит не только следить за прилежным поведением темных, но и собирать фрагменты мощнейшего артефакта. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Границы миров» запланирован 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.